Первым делом терминал. Я предлагаю, короче, вот так вот. Мне кажется, тут самое идеальное место для итерации. Итерации. Вот эти Да-да-да-да. черные, серые, вот эти прямоугольники, это большие ангары. Вот. Так мы будем, потому что вот там долбанная со снайперами херня и так далее. Тут у нас будет достаточно много мест, чтобы подойти За воевать. ангарами там вообще идеальное укрытие. Интересно, что-нибудь в нем исправлено или это та же самая версия? Это та же самая версия. Я Опять тоже хочу по красной проблема стрелке. последних синих будет, да, которые там зашкерятся где-нибудь в углу. Да. Ну, давай, Паша, если что, спотить. Как обычно. Прям в скайпе включаем, да, и Да, беспалевно. английский беспредел. Прям по азимуту наводить. Помнишь, на Сэнди Слушайте, мы в какой-то обороне. версии или в Рексе, где там Вот так, прям вот так. азимут давали. Или это сейчас, по-моему, так же. Алло. Есть такое? У меня РПГ. Ого. Ого. А чё не АГС? Так АГС А чё там не будет стоять прям будет. Ой, Вот, меня предположите тоже. расположение расчета АГС. А, Вот, всё. видимо, там. Нет, мы на дороге. Ну, Мы же его значит, перетащим. туда вы Ой, краб за пойдете. нас. Да, и краб за Ну нас. все, мы победим. У него снайперка еще. Все, по тактикульному будет Ну, он краб. сейчас стройку насквозь простреливать будет. Вдоль. Сейчас М60 заспавнит и будет стрелять по ним. Да. Пехота вперед, идем, идем. Какой-то бетер вперед какой-то рвется, пока стоп, подожди. Это ты приехал? В этом лесу какой-нибудь лес тут торчит. Давай бежать из дуник, нас откинут. Куда? К заборам. Да мы не видим заборов, нас откинут. Ох, как вы там сгруппировались, кучка. Что, за Чтоб вас GPS не нет? подавить. Нет. Куда нам? Мы прямо, правильно? Вам прямо, прямо на юг надо идти, короче. Паша, наверное, потихонечку давай. БТР идти. БТР на юг. Не уезжай. На взлетку. Все, идите вперед, я снайперу, чё, впереди. Надо этот лесок проверить, но я вроде на самом краю есть. Ох, мне людей сейчас не подавить. Так, краб, я сейчас на тебя движусь, если близко, кричи. Надеюсь, хрусь-хрусь не будет. Ага, вижу тебя. Из кусты мешают, смотри, вообще музыку. Запор сам. Давай, удачи там, пущу. Сейчас будем смотреть, как потери будут. Хреново, везли. Я не вижу диспетчерку. Сейчас сюда точно будет потихоньку двигаться. Там какой-то вижу. Буду дальше ехать. Триггер отталкивающий или отталкивающий, отталкивающий. Да, отталкивающий. Подвергающий, отвергающий. Мы идем по вот тут на восток. За бетрим. Повернем. Враг, враг. Давай не где ты. Вижу убитого нашего. А кто противник здесь? Украинцы. Что, да? Нет, 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 помнишь, понял. Как мы... Ну, понял, все, понял, не говори.
диспетчер, диспетчер, есть. Как он? Противник Краб, там у меня РПГ было в этом. А, нет, не было уже. Я пошел аж налево, на большому зданию. Я немножко вперед могу проехать? Двигаемся дальше. Но диспетчерки либо один, либо два. Они там спавнятся вдвоем. Я вперед потихоньку двигаюсь. Вижу большое входябельное здание. Упор стрельба с калашей. Откуда? Кирпичного дома, да, многоэтажного? Не-не-не, у нас высоко. Визор-то у вас? Не. Убил украинца. Взорвался в какой-то контейнер или дом. Кого-то похоже, посмотрим.
двигайтесь. Мы вот этот лес почти все там мы что, в 3 метра здесь все поливаем. Жесть. Жалко БК? Нет, мне БК не жалко, просто потом... Ну я всё заставил. Так, пацаны, внутрь залезли уже все, да? Мы вам помогаем. Вы там шевелитесь. Где-то это, 107-й работал по нам. Понял тебя. Я не могу, я его найти. Я смотрю на него. Сейчас, прямо на... Понятно. Понял. РПГ, пуск, что сзади такой был? Пуск, откуда? Свои. Я пытаюсь. Понял. Я только своих вижу сзади, да? Понял. А, свои, понял. Очень напряжно. Не дали, далеко. Пока только я видел, перед нами работает. Я пытаюсь ему сказать.
Попробуй заблизиться. Возможно, красная, судя по всему. Пойду поближе подойду к этому диспетчеру. Остальные бета расставайтесь на позиции. По-моему, я убил снайпер одного. Хорошо. Там двое, я сейчас... Я туда еду, короче, ближе. Есть живой, живой, живой. Заказал. Зараза. Так, сейчас я его. А вы можете назад сместиться? Я сейчас спуск. Точнее, в ангар. А за дек. Я. Ты что? Да. Мне кажется, ты пиздец. Ну и ладно. Так, все рассчитал, что... А нахуй. Ну хорошо, хорошо было. Не дали мне до вас зайти. Двоих сложил, а до вас не вас там слишком много было. Фига, у них там арсенал снайперов. У этого здания уже два раза был звук, как оно ломается. Это наверху ломаются эти. Стекла? Они стекла. А, так осталась эта героическая пожарка, диспетчер. Ну да. По сути. А укроп как? Словил пулю от снайпера какого-то или от беттера? От беттера вроде бы. Визора могут убить, холодок. Хворн сейчас опять спалит бетер. Я хочу из окна не стрелял. Пусть стреляет. Не надо тебе разносить. Или он об этом знает? Его же не убьет. В доме, кстати. А, был баст, честно говоря. Кто-то мне покает, блин. Укроп. Ну, простреливай, чё у меня. Ох. Надо выйти из залпы. Боится, боится. Во-во, давай, выходи, он за рулём. Ну, ё-моё. Приписка у него.
Либо ворон, либо укроп убил. А холодок убил. А, меня убил. Низко должно быть. А у ворона нет рукоятки, что ли? Не, он стрелял. Он стрелял. Я не успел стрелять. То есть последнюю на меня потратил? Ему надо внутрь побежать, а он... То есть я не это, оказался правильной жертвой. Ну, если на не то, сейчас не задержит. У холодка там вообще топает со всех сторон. Блин, он там с ума сходит. Не видит столба. Давай, мягкость, да. ГС. Давай, пощупай. Нашёл, да. Ах, красавец. А другой, как всегда, бутерник. Ах, блин. Жалко. В смысле, как он меня убил? Да он смотрел... Издалека. Ой, как большая граната. О, к нему заходит. Ну, там один сидит. Ебучий какой, я. Нормально он залагал. Ему гранату закинулись. Залагал неплохо. Вот это русские шумы еще зайдут. А кого убил? Вечером. Визора, говорю. Ну они, я думаю, знают, где он, да? Да, я думаю. Или такая добыться. С второго этажа, что ли, идет? Да. Там на втором уже двое. И все-таки убедился, что снайпер не мое. Давай. А кто-то тупит? На втором же этаже будет. А что, до ЖК не работал? Да что, работал? Не, она стреляла по бутеру. А, да? Бонзай не успел. Как-то не убедительно. Hey, wake up. Получается, это я. Крыла какая-то дебильная, она вроде небольшая, но, короче, начинаешь целиться просто весь экран в траве. Ну ты экшен меню нажми. Не-не-не, не помогало. Почему? Ну, вокруг меня это трава выкашивалась и дальше не было. Краб понял, что надо делать. Где был этот холодок? К
Краб, понял, что делать, все, сейчас будет. Надо это заканчивать. Не в башню. Оп-оп-оп. Запалил. Да? Точно. Да. Да, граната сейчас уйдет. Ну вот экшон. Так, дверь открылась. Вернее, ящик упал. Эпично. Еще живой. Да нет, вроде. Давай. Да, его отправили в ранение. Ящик так интересно исчезает. Они сказали зависло, как я понял.